9 сентября, Ячинский, Пуховский пруд. Ну да, да, да. Спасибо. Такого же возраста? Нет, только постарше. Чуть-чуть. Размер примерно такой же. Щенок и винтовидные собаки. Щенок. Такого же возраста? Я ближе подходи. Не подходи ближе. Судя по тому, что он не особо двигается. Ну что делать будем? Ну я не знаю. Ждать представителей санэпидемстанции? Ветеринаров. Когда приедет неизвестный, приедет. Звони в МЧС, говори, что мы нашли его. Нужен осмотр ветеринара. Сами мы к нему лезть не будем. Потому как не хочется потом стать. Центр Феникс по поводу янтовидной собаки больной вот на Пуховском пруду. Ну, ветеринаров тут днем с огнем не видать. Собака больная с признаками очень нехорошей болезни. Поэтому мы сами пока не суемся. Нам нужен ветеринарный специалист, который заберет это все на карантин. В общем, короче, беда. У животного признаки бешенства.